Грыжи поясницы. С грыжами на самом деле надо быть очень осторожно. И если использовать этот брусок... Так, скажите, пожалуйста, грыжи поясницы, вопрос про что конкретно приемлемо? Вы спрашиваете про этот брусочек, про токсин или про что-то другое? Уточните, пожалуйста, чтобы я уже более точно могла сказать. Потому что на самом деле даже если у вас уже есть грыжа, это... сразу идти делать операцию. У меня свекр сделал операцию, и ему не помогло. И если до операции он, как у него были периоды, когда он чувствовал себя хорошо, то после операции он ходит с палочкой, боли не ушли. Если вы спрашивали про грыжи, про брусочек, брусочек грыжи, если у вас есть грыжи, вы кладете не на ровную поверхность, а на какой-то ремассажный матрас или какой-то вот мягкой поверхности, чтобы он прогнулся под вашим телом, чтобы не было сильного давления. Да, массаж токсин, в противопоказаниях грыж нету. При грыже единственное, я бы не рекомендовала вот этот вот, потому что он идет прямо возле позвоночника, и там все-таки я бы не стала рисковать, где грыжа. Лучше использовать вот такой брусочек и делать это не по позвоночному столбу, а рядышком, по мышце, которая расслабляет. И если у вас грыжа, то вам необходимы растяжки.